Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео мы будем готовить вкусное блюдо из самых простых продуктов, которые можно только представить. Мы часто задаемся вопросом, что же приготовить на ужин? Блин, и вроде бы все уже перепробовали, все переели, но как-то вот не клеится. Ну что ж, давайте подумаем, что мы можем приготовить из самых простых продуктов, которые в основном всегда везде есть. Для приготовления данного блюда нам понадобится всего да ничего. Куриное филе, немного овощей, нож, сноровка и, как всегда, моя любимая обугленная сковородка. Что ж, поехали. Для начала нам нужно разделать нашу филюшку. Отделяем малое филе. Из вот этого нашинкованного филе мы сделаем мясную сковородку. А из этого филе мы его пожарим на гриль-сковородке, дабы я вам мог показать, что можно из одних и тех же ингредиентов делать совершенно разные блюда. Срезаем и выравниваем толщину нашего мяса для того, чтобы оно прожарилось равномерно и было сочным при этом. Я всегда вырезаю все возможные жилы, потому что я это не люблю. Вот такая вот филюшечка у нас получается. А это туда же в мясную сковородочку нашу пойдет. Кстати, мариновать мясо буду я одинаково. Немного перца. Подсолим. И добавим немного специй. А еще добавим немного соевого соуса. Все это хорошенечко вымешиваем. Итак, мы с вами сегодня приготовили два совершенно разных блюда из одних и тех же самых ингредиентов, поэтому выбор всегда будет оставаться за вами. То ли это будет филюшка со свежими овощами, либо это будет мясная сковородка с куриного филе. Выбор за вами. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Пожрём.